37-летняя певица и актриса отправилась в столицу Великобритании. Веру Брежневу впечатлила экскурсия в Королевский ботанический сад Кью, Royal Botanic Gardens, Кью. Известная россиянка приняла участие в рекламной кампании, съемки для которой прошли в Лондоне. Звезда осталась очень довольной своей поездкой и полученными эмоциями. «Лавли прекрасно. Это слово я чаще всего слышала в Лондоне за двое суток своего пребывания. И оно стало лейтмотивом всей моей поездки. В Королевском ботаническом саду я увидела и узнала много интересного. Погода и Лавли Муд, люди, с которыми познакомилась, друзья, с которыми встретилась, просто влюбили меня в этот город. Солнце радовало, хоть и было холодно сниматься на улице», — рассказала Брежнева. Вера показала интересные снимки. Блондинка позировала на фоне пальмового дома и других достопримечательностей зеленого оазиса на юго-западе Лондона. Королевский ботанический сад Кью – это огромный комплекс со множеством оранжерей, который занимает более 130 гектаров. Он был создан в 1759 году. За более чем 250-летнюю историю сад сохранил исторический парковый ландшафт 18 века. Здесь регулярно проводятся различные цветочные и садовые фестивали, в которых принимают участие Кейт Миддлтон и другие представители британской королевской семьи. Герцогиня Кембриджская – увлеченный садовод. Она сотрудничала с ботаническим садом, когда разрабатывала свой проект «Назад к природе». Сады Кью являются ведущим центром ботанических исследований и подготовки профессиональных садоводов. Здесь есть научные отделы, хранилище и библиотека. Ранее Брежнева в пикантном платье стала звездой ковровой дорожки на вручении кинопремии. С Верой произошел забавный курьез во время визита на косметическую фабрику. Она поделилась нежными снимками с Константином Меладзе на отдыхе в Италии.